Руслан, молодец. Тимур, молодец. Андрюх, не залипай. Ой-ой-ой, тихо. А надо на словах более четко показывать и делать. Мах надо делать. Аккуратнее, вот здесь стекол, парни. Семен, смотрите на меня еще раз, выход на три. Сема, смотри, пойдем сюда, сбоку, поставь, пожалуйста. Вот здесь вставай сбоку, сейчас увидишь. Смотрите, неважно, какая нога, надо и на ту, и на другую сторону. Андрей, смотри внимательно еще раз. Руслан, смотри внимательно. Первое. Не надо на... Секунду, на коленку не падай. Попить, умыться в туалет, давайте в темпе. Алло. Серега. Слава Богу. Все путем в зале. Эх, нифига себе. Я фу, а что тебя так допоздна задержали? У меня есть вес. Что-то случилось? Ну, все хорошо? Решили? Я понял. И что добавишь, не расслышал? Одно услышал, поедешь, а потом что-то добавлю что-то. Завтра говорю, к ментам едете. Да. А, все, и да, а там что-то и добавлю, что-то такое. Что, ну, что добавишь-то? Вот. А, и давай свидимся, наверное, ты сказал, а не добавлю. Все, слышал, да, это я услышал, понял. Все, Серый, хорошо, в дороге, пожалуйста, аккуратнее это. Я с Денисом разговаривал, он тоже что-то опять на давление там шарахает. Парни, не кричим. Если что, пока поедешь, он телефончик положи с Дениской, может, поговоришь с ним про это. Он там уж спрашивал, как у тебя самочувствие. Потому что я тебе вчера говорил, он переживает, да, за тебя, реально, он очень сильно переживает. Поэтому, может, поговоришь, и голова пройдет. Да, да. Все, Серый, браток, это, все, лады, пожалуйста, выздоравливай. И будь бдителем. Ну, выздоравливай душевно, чтобы усталость не уставалась. А, так, да. Так, сейчас, Серега, до завтра. Стынь, это иди. У тебя ночная, да, завтра с нами? Поэта там по музыце посмотри, что может быть вот поднакачать, если там получится. Вот те, которые... Этот, ну, говорил из плейлиста, из этого плейлиста разные композиции. Вот. Ну и выгрузка, да, если времечко будет, там, чтобы нас пока поудерживает. Там, посмотри, подписывайся. Выгрузки, пожалуйста, не переживай, потому что, вернее, нет, не торопись. Там есть видео некоторые, помнишь, где с Василием у нас эти были, как это, боевочки. Чтобы там лишнее ничего никуда не уплыло, внимательно посмотри. Всех, которые серьезно с Васей, просто наблюдай. Ладно, за ними? Мне надо ясно. Если что, мне сообщишь потом. Окей. Все, Сергеев Сергеевич. Все, это, всем здравия, пожалуйста, чтобы все четко было, ладно? Все, тебе от всей ребятни все и привет машет руками. Еще раз так сделаю, лошадь. Все, лады. Все, до встречи. Парни как-то залезали всей, помнишь, Миш, всей кучей залезали туда. Че там всей толпой залезали? Тихо. Бабахнул? Там вакуум, да. Как бо...
как, не-не-не, парни. Тихо. Все, не балуй, пожалуйста. Ладно, тебя я на трубочке. Все, дальше продолжаем заниматься, Миша. Еще раз. Просто двумя ручками хлопни. Все, не балуй, там оглохнуть можно. Не-не-не, все, стоп. Хорош, парни, все, занимаемся, пожалуйста. Все, занимаемся. Ребят, хорош, 10 минут у вас осталось. 10 минут, пожалуйста, соберитесь. В прямом смысле, вы время посмотрите, сколько сейчас. Время посмотрите, сколько сейчас. Тимур, Руслан, у вас 10 минут. Подожди. Руслик, Тимур, у вас 10 минут. Миш, ты открой, и Руслан, скажи, что Руслан, у нас 10 минут. У нас 10 минут. Манда. Манда. Не ругаемся. Парни, поехали. Андрей, Миша, Миша, пожалуйста, точим. Миш, у тебя, тебе надо помочь, помнишь кому? Семену. Конечно, давай. Да не хватит, так, окей. Все, не надо, убирайте мат. Да, вообще власть. Все, тихо, вы туда стелите. Руслан, 10 минут осталось. А Семен, сейчас я покажу еще раз. А если папа придет? А нет, сегодня никого нет, сегодня мы просто расходим. Не, вы, вернее, никого нет. Все, можно папе позвонить? Ну, вы родителям позвоните, чтобы, да, чтобы подошли. Максимум на 10 минут можно будет остаться. Почему на 10 минут? Потому что сегодня еще никто не пришел, кому надо выступать. Ты же на соревнования не хочешь, ты говоришь? Ну, давай, я понимаю. Тихо, погоди, нет, не то, что если ребята, я отталкиваюсь от ваших слов. Ты сказал, что я соревнования не хочу, я на айкидо пойду. Ну, как бы, я понимаю, это тоже надо. Поэтому, когда ты будешь готов, морально, физически ты поймешь. Скажешь, Сергей Геннадьевич, я готов, все четко сделаю. Тимур, позвони бате, пожалуйста. Зимой, июнь, в ноябре, что ли, или в декабре, ну, говорят. Айкидошные соревнования? Да. Ну и правильно, это надо сделать. Просто я здесь... Я не знаю, могут продлить, да, а это когда будет соревнование? Я надеюсь, зимой в декабре мы ждем. Пожалуйста. Просто я уверен, что занятие гимнастикой поможет занятию айкидо. Октябре, что ли? Октябрь вот уже кончается. Я знаю, вот у нас был в конце октября 21-го. А, надо выигрывать обязательно. Тимур, батя, скажи, что это? Он что, здесь, приехал уже? Нет, он приехал. Он остался, пожалуйста. Сейчас посмотрим, Руслан, погоди. У меня просто что, есть значит, вес. Парни, они целый день для того, чтобы... Ну как, я сам как батя, я реально целый день пахнет для того, чтобы нашим потом сыновьям и дочерям было покушать их одеться, на тренировку сходить. Сейчас мы придумаем, не переживай. Семен, сам Андрюша, подойдите сюда. Вот так проходите. Руслан, тоже посмотри, пожалуйста. Чуть только за перекладывал. Сейчас, погоди, Руслан, не бурчи. Я отталкиваюсь от ваших слов, парни. Кто мне говорит, смотрите, занятия остаются час, поздний час, остаются для тех, кто готовы ездить на семинары, на выступления, на соревнования, кто готов показывать результат, готов прям точить. Если какие-то трудности, проблемки, но надо исправить. Я хочу бабушке позвонить, сказать, можно еще на час? Нет, только с присутствием родных и не на час, на 10 минут сегодня, потому что основной... Руслан, потому что мы когда с тобой разговаривали, ты здесь что мне сказал? Вот ты же вспомни свои слова. Ты говоришь, я на соревнования не пойду, я на айкидо пойду. Я от этого отталкиваюсь. Не надо этот час вкладывать. Не надо точно быть уверенным. Я выйду. Кто остается? Я не знаю. Нет, ты можешь прямо здесь. Сергей Геннадьевич, я просто даже не знаю. Да, но ты же уверенно. Да, но ты же уверенно сказал, что я на соревнования на эти не пойду, я пойду на другие. Ты же уверенно сказал. Поэтому, если ты сказал, возможно, предположительно. Я пока не знаю, но... Может, это да. Не, ну просто... Сейчас, секунду, да. Посмотрите, сейчас скажешь. Сейчас все решим, Руслан, братан, не переживай. Семен, посмотри, пожалуйста, выход этот, паркуришь нормально, всякие прыжки. Посмотрите, пожалуйста, выход на 3. Семен, встань сбоку. А можете показать это? Могу, но попозже. Секунду. Здесь надо, чтобы... Не надо, чтобы Семен и Андрей могли, как и вы, и Руслан, мои, как уверенно, выход на 3. Смотри. Закинул. Ножку закинул. Вот эта нога должна быть. Смотри, мы раскачиваемся, и она поднимает тело. Она помогает раскачаться.
Потом отсюда красивенько можно сделать какой-нибудь элементик. Вот тебе сейчас надо просто повисеть и покачаться могу. Я, короче, на смерть. Тихо, тихо, тихо. Не надо никакой смерти. Все, все. Давай, снимем еще. А так надо получше, пойдем. Андрей, только с родителями. Руслан, Руслан, выйди оттуда. Давай. Мне бабушка сказала, когда Руслан уедет с папой. Сейчас посмотрим, батя. Ну, не-не-не, повисай. Ножку закидывай изнутри, повисни, ножку закидывай. Изнутри. Ножку я, закидывай, короче, умираю. Вот эта ножка внутри, между руками. Я умираю. Ножку закидывай, да. Вот сейчас повисни, ногу один сюда закидывай. Я его покажу. Ножку пошире. Ножку изнутри. Нет. Знаешь, как ты через руку хочешь? Здоров. Повисай. Парень, пока разувайся. Ножку изнутри. Вот руки здесь, ногу изнутри, вот здесь. Спокойно. Да. Виси изнутри. Вот видишь, Руслан, может быть, и изменил ситуацию. Парни подошли, которые, я знаю, 100% будут, да, на семинаре, выступлении представлять интерес спортивного культурного клуба. Да. Посмотрим. Давай, изнутри. Да. А мы специально пришли, чтобы к выступлению подготовиться. Ножку, к какому выступлению? Качай. Раз. Ножку. Поднимай. Корпус. Сгибай. Молодец. Есть такой, да? Молодец, держись. Сейчас еще Миша с Красновым придут. Все, сейчас посмотрим, парни, посмотрим. Держи. Теперь спокойненько, ручками держись крепко и спокойненько спускайся. Вот смотри, вот так надо держаться. Перехватить и на замочек такой сделать. Потому что так по рукам лучше лететь. Сергей Геннадьевич. Секунду. Теперь спокойненько ручками держись. Вперед. Не бойся. Нет, сиди так же. Переворачивайся, вперед, крутись. Нет, сиди так же, не бойся. Прощайся, не бойся, ты чё, Семён? Не бойся. Ты чё раз переживался? Дарух, ты чё раз волновался? Просто это... Какой, ты изменял, что ядовитые братья пришли и сейчас тебя напугают, что ли, нет? С собой заберут космос? На стул? А чё это такое? Ты можешь её повесить. Там этого нет, воротничка. Серьезно? Тебе показать, как выглядит? Ты можешь дверку открыть, здесь никого нет, переодеться можешь прямо здесь. Там не надо, там у нас только, ну, женщины, девчата, не стесняются. Я ничего не стесняюсь, я танцор, я даже его на улице приделаю. Молодец, здесь что, волноваться, не переживай. Егор, повесил? Да, ну. Ну, все, класс. Вот, смотри, это как раз здесь какая-то интересная штука. Захват не гоните, парни. Да, есть много разных вариантов, допустим, да, многие переживают, что вытягивает. Вам надо, чтобы замок был закрыт. Потому что когда здесь, больше уверенность сохраняется. Когда здесь, да, переживание... Конечно же, переживание есть. То, от того, что мы улетим. Но я проворачиваю чуть-чуть ручки вперед. Смотрите, замок закрытый. Не накидываем крючком, а закрытый. Мы просто берем аккуратно. И просто надо перевернуть руки, доводить. А так, да, согласен, хватит, иногда должен быть подконтрольный. Вернее, всегда. Все, парни, аккуратно. Здоров, без акторов. Я попью. Попить и мыться в туалет, парни, сборка, готовимся. Чьи родители, где Русланчик? Куда потерял? Руслан, ты где? А, вот ты, ё-моё, блин, с это. 19:53. Малышам. Где? Батя пришел? Внизу? Он поднимется? Нет. У тебя еще 7 минут целых есть. Нам надо торопиться за мамой ехать. А, я понял, все, давай пятюни, с парнями прощайся. Да, все нормалек? Да. Точно? Семен, ты как будешь добираться? Мишаня, как самочувствие? Нормально. Нормалек? Как будешь добираться? Ну, бабушка внизу. А, бабушка внизу уже пришла? Пусть поднимется. Она не может. Почему случилось так? Да не знаю. Она не хочет подниматься? А ты точно она внизу? Ты точно это знаешь? Ну, да. Ты с ней идешь? Да. Ну, давай, одевайся с ребятами тогда, до свидания, говори. Миш, ты тоже идешь? Да. У вас еще 5 минут, Мишань. 5 минут? 5, конечно, у вас еще даже 6 минут. Видишь?
Миша. Пока. Если, дорог. Если твой, Миш, если кто-то из родных, если придет, то тебе можешь еще на час остаться вместе с ребятами, со взрослыми. Миш. А, мазут, точно. Ну вот статику. Статику, про статику. Че, вам Николай звонил? Николай должен подтянуться, который ты, Миша Алексеевич? Да. Он должен подтянуться 100 000 раз. За всю свою жизнь. Николай, да. За всю свою жизнь. Ну, я ему говорю, 100 000 раз подтянешься за всю жизнь. Он говорит, подтянусь. Когда подъеду, подтянусь. Ну, привет всем передает, посмотрим. Ну, ты же тоже вроде, да, с ним созванили уже? Да мы, я ему звонил что-то по ВКонтакте, он что-то не берет трубку, не знаю. У него сейчас это, дела, скоро приедет с одним человеком, парни, этот, еще раз, пожалуйста, ребята, секунду, сегодня. Пожалуйста, для взрослых и для всех, вот на этот номер телефона, отправьте, пожалуйста, я вас прошу по-человечески, на этот номер телефона отправьте такое сообщение, Сергей Геннадьевич, это я, имя, фамилия, отчество, Никит, Егор, пожалуйста, на этот номер телефона. Зачем? Это для того, чтобы я вам отзванивался, когда надо на соревнования вас забирать, потому что Николай Алексеевич, у него сейчас очень много... Номер, нет, не надо, чтобы вы на этот номер телефона отправили смс-ку. А с одного номера можно? Егор, ты со своего, Макс, ты со своего. Да просто смс-ку или... СМС-ку. В этой смс-ке текст Сергей Геннадьевич. Это я. Почему? У меня ограничено, у меня тоже нет проблем. Да хорош, у вас что, нет смс? Мишань, на диване не сиди. Никитос, братан, ты можешь отправить? Ты, пожалуйста, в этой смс-ке укажи их номера и имя фамилии, ладно? Например, Максим такой-то Краснов. Краснов Максим такой-то. Калишин Егор такой-то. Сергей Геннадьевич, она не упадет? Колонка? Да. Надеюсь, нет, если ничего с ним не сделаете. Брал фамилию, имя, отчество. Как? Максим Тюрин у нас брал фамилию, имя, отчество. Он для зала нет, брал. Нет, это Максим Тюрин брал. Мне надо, чтобы зала. Контакт. А это Сергей Геннадьевич, чтобы звонить. Надо Николай Алексеевич, у него очень часто сейчас не получается приехать. Вообще, от слова совсем, очень часто не получается приехать. У меня задача есть. Я вас обзваниваю. Например, соревнования здесь у нас мероприятие в Покровске. Обзваниваю вам за день, за два. Говорю, парни, готовы? Вы говорите, готовы. Мы думаем, соображаем, доставка, приехать, уехать, как что происходит, и в этот, выезжаем. Прямо желательно сейчас, чтобы не забыли. Если родители придут. Да, 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 родные кто-то, спроси, пожалуйста. Руслан, батю ждем, сейчас, секунду. Батю ждем, да, Андрей? Ждем его отца. Все, я понял, говори. А, Николай сегодня приедет. Он каждый день говорит, что он сегодня приедет. Надеюсь, каждый день сегодня приедет. Мы сами надеемся, мы хотим увидеть. Он должен приехать с одним важным человеком. Всякие такие административные движухи порешать не надо. Покажем пару штук. Мне надо, чтобы вы были четко умыты, одеты, причесаны, все как полагается. Настроение хорошее, ясно? И это должно быть каждый день, именно сегодня. Должно быть каждый день. Все, поехали, разминаемся и готовы. Руслан, все по вашему распорядку. С Андрюхой делайте спокойно, ждем батю, сейчас узнаем. Видишь, как твоими... Молвами братва подтянулась. Идеальная прическа. Нормально же. Поэтому все делаем, результат показываем. Все, родители сказали. Точно? Да. Ждем. Сейчас пойду. Ждем. Все, взрослым не мешайте, не отвлекайте. Миша, статика. Да, братух? Чтоб не оторвалась, смотри. Делаем. Еще такая. Мишаня, Шпех. Если чё, к Мише Фаизову это, Курсаниеву прям парочку это. Лишних не делайте движений. Миша, к другому Мише вопрос. Русланчик, тоже можно с Мишанькой, он сейчас вас все курсанет и всякое расскажет. По возрасту вы близки, на одном языке как бы это проговаривать. Никитос, отправил? Всех список прям составляй, молодец. А чё же у вас смс не отправляются, почему? Макс, у вас тариф такой, что ли? Да. Без СМС. А что у вас? Тариф, то, что я не могу СМС. А ну что у вас тариф заточен? На интернет. Интернет. На интернет, да, в основном? Звонки хоть вы делаете? Да, но у меня безлимитный. Интернет. У меня просто интернет безлимитный, но я не могу отсылать СМС-ки, там ошибку вот вижу. Давай. Так, давайте для этот разминочку, да, соточку, Макс, молодец. Горку, впадинку. Что? Себя мы тоже указываем. Ты пишешь, что это, смотри, с этого номера ты пришлёшь. Сергей Геннадьевич, это я.
такой-то, такой-то, такой-то. И еще перечисляешь список номеров, которые, ну, номер парней и фамилии, имя, отчество. Пожалуйста, сделайте раз, 100 раз, Миш. Вадинка Горка. Хорошо. Вот это будет для разминки достаточно, вполне. Только красиво, четко делаем. Макс, голову закидывай, прям мостик прогиб делаешь. Да, и наклончик вниз прямой, да. Мне хотелось бы от вас, от всех в ближайшее время... Отправил? Да. Все, красавчик. Все, которые сейчас здесь находятся. Да, вот всех, все братвы свои, номера туда, да. И все, давай, впадинка, горка 100 раз, и это хорошая разминка, и на элементы. На большой? Давай пока на этот, сейчас посмотрим, что у нас ребята останутся. Если ребята разойдутся и остаются, сейчас надо от этого плясать. Будем уже, этот, понимание придет. Миша, руку не тримари, не убивай ее. Андрюха, там аккуратнее, пожалуйста, прыгай. Что такое ок? Ты что, по-русски не умеешь разговаривать? Ладно. Что такое ок? Ок, ладно, хорошо, конечно. Ок, ок, да, это две буквы. Ойк. А вы знаете, как это появилось? Окай, это слово. Окей, это значит самим. Погоди, а как оно появилось-то? Ты знаешь, исходя из чего? Да нет. Неграмотный человек. Американо-английский. Неграмотный, реально, он в натуре, он безграмотный. Ему было трудно писать, и он оставлял вот такую подпись. Это аббревиатура из двух слов. Сотку доделайте, и все, молодцы. Мне от вас надо увидеть от всех горизонты, от всех одинаковые сальтухи, от всех одинаковые элементы, чтобы вы делали одинаковое. Красивое, четкое, одинаковое. И у каждого из вас какая-то будет фишечка есть, она, да, своя. Нет, такая вот. У меня уже есть. Тихо, Андрей. Но надо, чтобы вы как много основных действий делали одинаково, безупречно. Вот чтобы как один. Одна команда была, да, как один. А всякие фишечки вы уже будете оттачивать, делиться уже, с друг другом по желанию. Уже эта фишечка год. Уже год фишечка? Да. Мне кажется, мы все родились с нашими интересными фишечками и приколюшечками. Надо просто их развивать. Егор, ну а что, может, ты со мной интернетом поделишься? Никита тут раз делился со мной, у тебя безлимитка раздаешь? Раздается он? Да, но я не знаю. Давай посмотрим, а то у Андрюхи почему-то... Правда, там название такое. Сейчас, давай, ну ты уже делился, пусть другие поделятся. Давайте, Миша. Егорик. У меня название просто плохого. Я понял, а зачем ты? Не название, ты мне не скидывай название. Че, Мишань, у тебя точно безлимитный интернет? Что? Ну, в том плане, что мне этот надо во всяком там это проверить, почты, мощности, чтобы не сожрал у тебя интернета. Чтобы потом не сказал, Сергей Иванович, у меня интернет кончился. Что, можно уже идти? Все, размялись, делаем элементы, поехали. Никому только, смотрите, ребятню не зашибите. Redmi 9A называется. Сейчас, секундочку. Надо мне включить Wi-Fi? Да. Там есть еще сильный. Да. Он? Да. Аутентификация. А у него какое название? Надо все выводить. Егор! Ой, отставить. Кто-то? Руслан! Не ходи там, не надо. Там, во-первых, там темно. А? Там матрасы можно взять? Матрасы возьмите, маты, да. Все, вот здесь, да, ой, тихо. Благодарю. Точно, да, безлимитный? Да. Все, благодарю, Мишань. Маты берите, да, только не рвать. Все, Никитос, Мишань, терпите, сейчас доделаете, и все, что, это классная разминка. Аккуратно, Андрей, аккуратно, двери, ноги, петли, руки берегем. Выстилаем ровненько. Макс, помоги им. Макс, помоги, а то... Не, один маленький, вот этот, он к стенке. Вот так, сплюнка. Да, прям максимально там. Сейчас. Ой, вот этот прям. Как бы погоди, у тебя сейчас пальцы.
так вот сделать? Через коньки, да, когда у него вылезли ноги, ноги там? Поднять? Да. А, дай, Саша, еще коленочек. Все, ништяк. Сейчас веревочку спрячем. Да, проверяем мягкость, жесткость и делаем. Как я проверяю? Ну, только аккуратнее, если падаете, я вы что это? Я хочу с первого раза сделать. Андрей, если у тебя есть возможность наблюдать, только отойди и делай элементы. Можно наблюдать, Руслан, Мишаня, вы можете наблюдать. Андрюш, только отойди так, чтобы тебя не уступнули. И если что, спрашивай и делай. Руслан, такая же тема. Спрашивайте, интересуйтесь, делайте. Андрюш, не простаивать. Не простаивай. Подтягивайся, отжимайся, спрашивай. Сиди в шпагате, делай. Ништяк. У тебя маги, ты долго заказал? Нет, это даже. А что, мы еги тогда тратили, мама? Да. Он просто ее постирал. Ее кукла не просрал. Он просто постирал ее. А, маги, ты про магнезию? Здрасте. Сахил? Здрасте. Зайдешь? Руслан, ты ждет тебя, чтобы батя пришел на часок еще. Я говорю, ну батю пожалей, ну ты че? Не знаю, надо воспитать, значит. Ты ставь задачу, воспитаем жалость, значит. А куда деваться? Не просто жалость к чему-то, а именно чувство сожаления и чувство сопереживания к родным, да, хотя бы? Все, Руслан, делаем, парни, пожалуйста, занимаемся, делаем. Не филоним. Андрюша. Элемент делаешь? Я понял, 180. На какую сторону? Сейчас я пытаюсь на левую. Давай, на левую у тебя хорошо получается, надо теперь на правую делать. А я сейчас пытаюсь и на правую. Давай, давай, давай. Миша, звонишь, да, родителям, родным? Звонишь? Как мне руку тянуть? Как мне руку тянуть? А вы где? Руки уже болят. Ты покажи бате руки, как болят. Скажи, папка, уже сил нету, руки болят, все болит. Что, у него соревнования скоро по айкидо? Я не знаю, у меня, кажется, желание пропадать на айкидо. Не-не-не-не-не, Руслан, ни в коем стучок. Пойдем пару приемчиков покажешь мне, пойдем потренируешься. Пойдем пару приемчиков мне покажешь, швырянешь меня. Пошли, через бедро, но там только не больно. Я попробую хотя бы согнутый. Пойдем, Руслан, пошли. Да пошли, покажи, хоть покажи мне, что там происходит. Давай, покажи, какой прием, что надо мне делать? Что надо делать, давай. Смотри, хочешь, я тебе покажу? Смотри, какая штука, руку хватай мою. Есть интересные, простые, это даже не айкидошные, это просто простые. Это не только, это вообще житейские, то есть удержание. Раз, здесь уже смотри, какой момент. Я могу тебя проконтролировать. Да, надо, чтобы ты успокоился. Завести это приемы, они еще были такие старые дедовские моменты, хулигана на бахче поймать. И вот так взял, ручку положил и аккуратненько, смотри, прям аккуратненько, вот так, опа, под ноздри. Переверни сюда еще. Макс, пойдем сюда. Смотри, взял, зацепил. Тихо, контроль. Ну видишь, как он хитро делает, можно веселый поджопник дать. Либо... Я хочу попробовать. Контроль вот здесь, и здесь самое главное, здесь такой момент есть, терпи. Руслан, а что ты стесняешься, я не могу понять. Нормально? Ну что делает, значит, какие приемы, значит, делает. Поделай, конечно, что мне надо, тебя подцеплять? Типа стоя. Да. Поломаешь, как же ты, самое интересное, как?
Но это на нашем кимоно было? Или какая-то одежда была? Ну да, что было так. За майку-то тебе не тяжело будет подцепить. Да она просто порвется, а может быть не отдаст. Ага, вот смотри, здесь для этого момента, здесь именно такой момент, есть, когда мы делаем движение, вот здесь должен быть контроль, а у тебя получается, ты дотрагиваешься, но не заводишь. Есть даже такая еще, ну если мы рассматриваем, даже из кулачных боев, есть такая забавная штука, когда контроль, там тоже можно зацепы есть, разные делать. Например, когда мы подцепляем, какое-то действие идет, есть просто воздействие. Вот такие моментики воздействия. Либо наоборот, мне почему этого локоток держу, чтобы у тебя ты не убежал от меня. Поэтому я в локте держу. Вот здесь, например, можно сделать. Есть классная игра. Да. Можете сюда перетащить? Я просто здесь сюда. Давай просто к стене там. Тебя взять перетащить надо. Как хотите, мне главное играть. Вот так нормально сойдет? Да. Моя штука, есть игра, называется, там есть элемент всякие штуки. Вот, держи меня за руку. Просто держи, да. Крепко. Это мы тренируем хват, потом с батей поиграешь. Раз. Просто мы делаем разные выходы. Я именно делаю, увожу. Два. Еще крепче. Очень быстро сделал. Ты даже можешь потом двумя руками держать. Моя задача. Что, можно не держать? Три. Да перехватил, например. Нормально, да, я просто одной рукой. Допустим, с перехватами. Четыре. Нет, ты как бы знаешь, вот надо взяться, вот пробуй делать действие. А что ты ногами? Нет, просто рукой. Давай, я погоди, вот этой ручкой, а тебя вот этой. Молодец. Молодец. Да, через большой палец. Да, через большой палец. Например, две ручки. Тоже такие, да. Да, давай. Молодец. Можно, например, разноименное. Одну вниз, другую вверх. Я вот понимаю, как делать. Опасно очень. Так. Да, выход. Да, молодец. Да. Смещение. Оно, почему мы сегодня еще танцы рассматривали? Танцы помогают, реально, если мы рассматриваем танцы как обряд, он помогает не просто женщину заинтересовать, девушку заинтересовать, там, самку, да, если мы рассматриваем в мире, в таком животном, не просто заинтересовать, а еще отстоять свои интересы. Поэтому, например, есть такая штука интересная, вот эти вот из пляски, да? Как бы раз, вот есть такое, как тренировка для вальсирования. Раз. Контроль. Но здесь надо понимать, не просто положить надо соперника, а еще как-нибудь там проконтролировать и прочее. Все, мало как-нибудь выходики. Например, самое простое есть удержание такое, знаешь, конвоирование. Да. Вот как правильно надо держать? Сейчас, секунду, давайте покажу. Вот так надо взять ручку, другую ручку вот так перехватить. И вот так надо держать. Понял? Давай. Посмотри, заводи ручку правую, заводи. Проводи на плечо. Да. А здесь контроль кисти. Да. Вот до плеча. О, поднял немного. Да, вот смотри. По идее, чем больше ты будешь меня сюда зажимать и вот эту руку контролировать. Я делаю вот такой ход, да? Но смотри, какая интересная штука здесь есть. Держи крепко. Нет. Держи крепко. Это в зависимости от гибкости суставов и желания выжить. Смотри, что можно сделать. Я знаю, что надо вспомнить. Не отпускай, держи. Я не помню. Не, зачем просто, знаешь как, вот так просто возьми и за спиной вот так держи. Как бы крепко, потому что руки могут повредиться. Вот так вот красивый. Вот смотри, какая интересная штука есть. Сустав. Держишь? И потом там уже можно либо убежать. Ну, конечно, да, можно, да, но только смотри. Любой момент, когда, помнишь, боролись, любой момент надо вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Надо прижать. Да. Мы сейчас рассматриваем просто борьбу, есть интересная такая штука еще помимо борьбы. Но это только не переживай. Не то. Что хотел? Как на барабане.
Ву-ву-ву. И все, попался. Поэтому такого не доводи. Но выход есть. Нету, по идее, нет без выхода.